В рамках ежегодной акции «Правовой марафон для пенсионеров», организатором которой выступает аппарат уполномоченного по правам человека, на территории Подмосковья 21 октября пройдет вторая тематическая видеоконференция для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Участие в онлайн-встрече примут представители отделения Пенсионного фонда России и Главного управления МВД России по Московской области. Начало трансляции в 11:00.